представляет, по моей информации, криминальный авторитет по кличке Святой Папа Артур Марабян. Он ребят этих тренирует в двух бойцовских клубах, которые называются «Оплот» и «Сафари». «Сафари», вы знаете, руководит товарищ Попов, он депутат регионал. Спонсирует этот клуб «Сафари» наш олигарх, который вырубил половину парка, который владелец гольф-клуба «Сокронов». И сейчас у них команда, в общем-то, такая. Артур Марабян привел ребят по Петровского, и они делают такие провокации. Милиция их сюда впускает, они забрасывают петарды, шашки, и, в общем-то, решается, что вы организованно будете кричать, бояться. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь ничего. Давайте сейчас максимально выходите, какие-то вещи, которые касаются свободы внутренней, говорите и не провоцируйте тех, кого можно провоцировать. Вы знаете, за что мы здесь стоим? За то, чтобы город Харьков не был под криминальными авторитетами. Артуру я хочу пожелать, чтобы у него кличка «Святой» чуть-чуть совпадала с его внутренним убеждением. И то, что он бьет женщин и детей и в Киеве, и здесь. Артур, не надо этого делать.